28 сентября в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь чествовали победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, а также наставников лауреатов главного спортивного состязания. Очень приятно было видеть на торжественной церемонии представителей мусорского спорта, уже выдающихся спортсменок Маргариту Махневу и Надежду Попову, тренеров Геннадия Николаевича Гальского, Михаила Константиновича Озёмшу, Виталия Алексеевича Гуда и Бориса Михайловича Мерца. Безусловно, приятно, что твой труд не остается незамеченным. Нас чествовали, поздравили, пожелали успехов. Мероприятие достаточно интересное. А главное, что ощущаешь, что ты еще нужен. Спросили мы у нашего собеседника о роли первого тренера в подготовке спортсмена или спортсменки высокого класса, в нашем случае вице-чемпионки Олимпийских игр. Скорее всего, все-таки готовят тренера высшего звена, потому что они непосредственно ведут подготовку к данному мероприятию. А роль первого тренера – это найти ребенка, это привлечь его к занятию этим видом спорта, научить любить, научить ценить, научить работать и подготовить до того уровня, когда им заинтересуются тренера уже сборной страны, чтобы дальше продолжать с ними подготовку. Чувствует ли Борис Михайлович, что его подопечная Маргарита Махнева сможет и на следующей Олимпиаде завоевать медаль, возможно, высшей пробы? И достойная ли смена подрастает в группах подготовки одного из лучших детских тренеров Республики Беларусь? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Естественно, что и верю в то, что Маргарита сумеет продолжить этот славный путь. От бронзы к серебру она уже прошла, теперь от серебра к золоту надо пройти. И я надеюсь, что она это сможет. Но подрастающие, они всегда есть, они растут, они готовятся стать достойной сменой. Отметив, что по уважительным причинам на церемонии отсутствовали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, а также главный тренер национальной команды Владимир Владимирович Шантарович, искренне поблагодарим всех тех людей, кто честно трудится на благо отечественного спорта белорусской. Полесской гребли на байдарках каноэ. Низкий вам поклон.